Это лайф, и мы продолжаем. Потрясающие кадры мы получили из подмосковного Одинцова. Можно сказать, что там была трагедия со счастливым концом. Этим утром все произошло. Жители одного из домов сняли на видео падение с 8-го этажа. Непонятно, кто это. Мы потом выяснили, это девушка. И она после этого падения осталась жива. Эти кадры лайфу прислал гражданский репортер. На них видно, девушка пытается удержаться за поручень балкона. Из последних сил она пытается нащупать спасительный приступок, но у нее ничего не получается. В какой-то момент она отпускает руки и срывается. От смерти ее спасло дерево, которое смягчило падение. Спустя несколько минут на место приехали медики, они увезли пострадавшую в больницу. Лайф выяснил, что зовут ее Анна, ей 26 лет. Сейчас полиция проясняет все обстоятельства случившегося, однако вопросы есть к экстренным службам. Уже сейчас, по словам очевидцев, они приехали на место только через полчаса после вызова. Итак, это эксклюзивные кадры, которые мы получили от нашего гражданского корреспондента. Все это произошло в Одинцове. Эта трагедия разыгралась сегодня утром. Вот держится, она держится, срывается. Дерево, спасло ее дерево. Что с ней в ближайшее время, мы узнаем и сразу же сообщим об этом вам.